Il doit faire partie du trou. Monsieur, bonjour à vous. Это третий раз за месяц. Я есть хочу. Покорми меня. Ну уже. Замолчи. А тебе чего? Преступлений много. Помочь? Да я и сам отлично со всем справлюсь. Спасибо за заботу. Ха. А как же нераскрытые убийства? Я сказал, замолчи, видок. Подумай. Он раскрывает? Лавры твои. Знаешь что? Раскрой убийство. Дам тебе оружие из арсенала. А пока у меня есть более важные дела. Да. Эй! Я знаю город. Могу помочь. С чего бы? С того, что этому тупому вонючему Борову, министру юстиции, не хватает мозгов, чтобы сделать жизнь в этом городе менее отвратительной. Даже для такого жалкого отброса, как я. К тому же, я боюсь помереть со скуки. Господи боже, ты мой видок, циц! Лавочника прижал. Ущипнул монашку. Thank you.
Видимо, написать адрес слишком просто. И что мне делать с этим медальоном? Когда поджилки не будут трястись, приходи. Долго ты шел, щенок. Что это за место? Святилище. Здесь мы можем тренироваться, не боясь, что нас найдут. Мы же только что сбежали из Клоаки. Это не Клоака. Это нервный центр. Через эти тоннели можно незаметно пробраться куда угодно. У нас глаза повсюду. Да ну. И что они видят в этой темноте? Разве не лучше, когда есть обзор? Это место служило нам верой и правдой 6 веков. Ага. И долго ты стоял в темноте и дожидался меня? Да нет. Гийом видел тебя с колокольни. А вы любите гостей? Шутить надумал? Нет же. Правда, так драматично. Заткнись. Мы пришли.
Итак, к нам вернулся сын Шарля Дриана. Белек думал, ты не придешь. Почему передумал? Я устал бежать от своих ошибок. Мсье де Лассер, отец, я хочу все искупить. Смерть де Лассера тяготит тебя. Так? Но разве удар нанес ты? Неважно. Виноват все равно я. У него обостренное чувство вины. Вы полностью уверены? Да, уверен. Несмотря ни на что, он силен духом. Далеко пойдет. Хорошо. Из мрака ты идешь к свету. От света ты спускаешься во мрак. Готов ли ты следовать путем орла? Если имеется в виду, нужна ли мне помощь? Да. Выпей. Что такое? Эй! Жилки не будут трястись. Приходи. Пригодишься.
Вот и ты отплатила. Да, готов поспорить, эти слова – завет наших предков. Ключ к пониманию нашего креда. Не обращай клинок против невинных. Прячься на виду. Никогда не подвергай риску братства. Никогда не забывай эти догмы. Следуй им, и тебе воздастся. Нарушай на свой риск. Встань, ассасин. Арно Дориан умер. Он отрезан от мира. Его грехи и ошибки обращены во прах. Он рожден заново, посвященным братству ассасинов. Приветствую. У меня есть кое-что. Чем дольше ты находишься рядом с Арно, тем больше у нас данных для синхронизации и проверки его способностей. Вот, посмотри сюда. Не было. Декан просмотрел воспоминания Арно, а он был весьма занятым парнем. Этот символ – знак совместных миссий. Я в команде работать привыкла, а насчет тебя не знаю, но разнообразие не помешает. Эти задания Арно будет выполнять со своими собратьями, постигая дух нашего ордена. Следуй за всплеском и все узнаешь. Я отметила на карте. Par le ciel, je vous en conjure. Je ne veux pas mourir. Ne... J'ignore ce que je dois faire. Почему бы мне пару дырок тебе в голове не проделать? Étrange manière de faire. L'envoyer à Bicêtre. А ну вернись, гад! Тебя не раздражай меня, говнюк! Не дождется! Мощь против свободы! Ха-ха!
отойти. Сволочь умеренная. Иди сюда! Я тебе... Я тебя раздавлю! Я выиграл! Ты сам не заходи! Кто не увидит, то не отобьет! Скорей, скорей! Граф Рохру. Я сказал все, что знал. Давай.